Будем смотреть весь мультик через камеру. Ой, что это за чудовище? Как из фильма «Чужие» или с какого-то. Оп, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Огонек, потопали. Кто это? Это зомби зеленый. Имя у него такое, зомби. Вот это ротик. Пук испугался, когда. Фу! Так даже держи камеру хорошо. Спар, не надо пальчиками туда. Оп-оп-оп-оп. А, это у тебя такой этот сценарий. Да? Чудо еще разозлилось. О-о. Пиф-паф. О-о. Найс. Ой, что это за сундучок? О май гаш! Скелетон! Это скелетон здесь. Типа спрятался, да? За мини-елочкой спрятался. Иди сюда.
Ням-ням-ням-ням-ням. Подарочек. Сундук. Сундук убежал. Сундук выбежал. Скелетон. Why are you running? Why are you running? No, Ron, I'm here. Ням, 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 ням. Спарта, ты эффекты создаешь, чудо. Mm-hmm.
Что мы там снимаем, а? Ребенок, который пропал в тот день. Почему никто не пытался его найти? Почему он не сообщил в полицию? Не важно, что тепло приносит день. За ним всегда настанут ночь и тьма. Не всяк цветок получит дождь и свет. И с этим ничего не сделать нам. Спасибо за политический ответ. Профессор Бо, взгляните. Вот за ним. Дали. One, two, three. Потому что он был первым. Он стал первой жертвой. Это действительно важно? Представляете, примерно год назад твое внутреннее желание убивать каким-то образом было запущено. Но у тебя еще нет ни способа обучения, ни опыта. Добрый! Как бы ты выбрала жертву? Ты бы выбрала наиболее знакомого, наименее опасного. Three. Проще всего. One, two, three. Получается, жертва и убийца знали друг друга. Они были друг другу близки. Как соседи. Three. Знакомые. Друзья. Даже родственники. Three. Это значит. Three. One, two, three.